Народ, всем привет, с вами Виталий. Сегодня пойдем в Костко, вот в магазин сзади. Посмотрим, сколько стоят телевизоры. Тут всего несколько рядов, я вам сейчас покажу все телевизоры, которые здесь представлены. Тут есть и такие малоизвестные всякие китайские бренды, и известные, естественно, LG, Samsung. Вот первый телевизор стоит $240. Это какой-то Hisense, диагональ 50, 4K. Вот параметры. Вот. Ну, такой небольшой телевизор. Кажется, маленький. Уже кажется маленький. Когда-то оказался большим. Малюсенький. Просто малюсенький. Дальше. $300. LG. $300. Вот такие параметры. Этот тоже 50. Диагональ. Тоненькая рамочка. Все. То есть я в них сильно не разбираюсь. Для меня бы подошел, наверное, любой китайский. Они смотрятся все классно. Сдалека вот ты поставил там дома. Все сочно, красочно. Я не знаю, все эти... в чем разница во всех этих экранах и так далее. Ну вот как-то так. Вот снова $300. Это у нас тоже LG. 50 диагональ. Вот 43 диагональ. Это у нас LG. $330. 43 диагональ тоже. Это у нас Hisense. Какой-то $170 всего? Так это вообще копейки. Как может быть так дешево стоить $170? Ну да, здесь реально видно, вот я сейчас смотрю на экран, и прям кубиками, такими квадратиками. Даже неприятно смотреть сблизи. Вот, и, вот вам и разница вся. Вообще, ужас, ужас. Не, я бы такой не хотел телевизор. Аж режет глаза. Ну, наверное, камера это не передает, естественно. Так, пошлите еще, тут пару рядов есть. Здесь уже пошли чуть-чуть подороже. $430. Samsung. 55 диагональ. 4K. Вот здесь вот я реально смотрю на этот. Совершенно другое. Вообще нема этих квадратиков. Пикселей или как называется. Вообще не вижу. Вот сблизи стою. Вот это классно. 430. Но все равно это тоже недорого. Относительно. Доступно достаточно. $280. Hisense опять. А ну сейчас я посмотрю. Да, здесь сразу видно. Здесь сразу видно. Намного хуже качество видно. Сеточку такую видно. Не сравнить с Samsung, который тут слева. Дальше. LG сейчас посмотрим. $350. 55. Диагональ. Этот тоже намного лучше. Но тот Samsung, мне кажется, предыдущий был получше. Вот здесь, короче, куча телевизоров. Просто подходишь с тачкой, короче, берешь себе и на кассу. Дальше $600 Sony. 55 диагональ. Кстати, можете посравнивать, продаются ли такие модели у вас, сколько стоят. Тоже было бы интересно, можете написать в комментариях. А ну-ка, сейчас я сблизи посмотрю на Sony. Вроде бы ничего так тоже, вроде бы неплохо. $1200, 65 диагональ, Sony. Так. Сейчас еще вот здесь вот представлены $1700 верхние долларов и $2200 нижние. Нижний диагональ 77, а верхний диагональ 65. OLED LG. Ну, прикольно, да, прикольно. Ну, сейчас я сблизи посмотрю.
классно. 1765 диагональ. А, это к этому относится. Вот этот вот небольшой. Этот, наверное, 1455 диагональ. 1400. Вот LG. Вот LG как бы неплохо. Кстати, у меня дома тоже LG. 75 диагональ у меня, но я покупал на Амазоне тоже. Это было год назад. Самый дешевый на тот момент я покупал на Амазоне, который был из LG и Samsung. То есть там было, может быть, парочку дешевле каких-то китайских там, но несущественно дешевле. Но я взял LG, там стоило 900 с чем-то. Но, в принципе, потом мои друзья, но это было уже, наверное, на какой-то праздник или на Рождество, или что там были какие-то скидки, они купили по 500 с чем-то Samsung, такие, как у меня LG, но неплохие, классные. Поэтому имеет смысл также ловить эти акции, праздники, короче, вылавливать. Имеет смысл. Они сэкономили $400. А телевизоры почти одинаковые, типа. 289... 1700. Но вот эти, которые идут уже, вот которые я смотрел сейчас, от 600 и выше, уже картинка вообще нормальная, не видно этих пикселей, квадратиков, глаз не режет. Все, что дешевле, уже так не очень. Я бы не хотел брать то, что дешевле. Неприятно смотреть. $1300, 65 диагональ, Samsung. Смотрите, сколько стоит, полно, куча. Вот 530. Samsung. Вот, смотрите, пожалуйста. 60. А, это 65. Ну, картинка неплохая, мне нравится. И, наверное, еще один ряд есть. А, там еще один. Я, ну, ладно, долго не будем. 1400. 75. Вот этот классный. Я просто сижу так, как вот по картинке. 530. В общем, общую картину вы поняли. По ценам. 380 за 65. Hisense. Этот сразу видно. Плохой. Вот это не рекомендую. По сравнению с Samsung LG не очень. $800. 75. Вот тут какой-то такой у меня. Да, вот какой-то такой у меня дома. Я его брал на Амазоне за 900 с копейками. Классный телевизор, то есть нормальный. Нас полностью устраивает. 1800, 2200.